где живете, если не секрет? В Сибири? Да. А город какой? Шушинская. Круто. Ну, у вас, может, вопросы ко мне какие есть? Откуда вы знаете, что или взяли, что я американец? День добрый. Ну, американцы сидят всегда в очках и в кепках. Разве? Да. Но я схожу по ней, и они выходят. Ну, понятно. Ну. Сидят в очках и в кепках. Оригинально. Вы же с кем поведешься, от того и наберешься. Вы, видимо, появились с американцами. Да нет, ну я такого не замечал, просто у меня определенные функции играют очки и кепка. Не просто же такое. Вы же тоже в очках сидите. У вас тоже очки играют определенную функцию. У меня не темные очки, но я ночью не сижу в темных очках. Ну понятно. А у меня темные очки. А у меня темные очки, что. Ну, вы слушаете ответ или нет, что перебиваете? Да. У меня темные очки, чтобы не попасть под программу распознавания лиц. Преступник. А кепка для чего? И кепка для того же. Я просто в Украину езжу, а канал у меня, мягко говоря, не проукраинский. Поэтому какой у вас канал? От греха подальше. Ну, сейчас я вам напишу, заходите, посмотрите. Может, подпишитесь, если понравится. Вот русская часть названия. Копируйте, вставляйте в поиск Ютуба. Каких наших блогеров вы смотрели? Что значит смотрел? Я многих смотрел. У меня диалоги есть со многими тоже. Вы каких смотрите, я вам скажу, есть у меня один. Шумерские сказки. Не понял. Шумерские сказки. Нет, я его смотрел, но диалогов нет. Из таких из топовых блогеров у меня диалоги. Миша из Канады, Горбовский, Четвертое измерение. Ну и... Сила правды. Есть, да. Есть два диалога, но они короткие, там прерывалось что-то два раза. Сила в правде есть. Потом кто еще? Много из новых, да, есть. Из старых. С кем еще? В общем, с кем нет. Сергей. Разумовский? Да, Разумовский. Нет, Разумовский. С ним не встречался. Ну, я его смотрю иногда, да, интересно. Смотри. А вот смотрите. У меня со многими укроблогерами тоже диалоги есть. Тоже посмотрите. Ну, с ними как-то это, вот я смотрю, когда, да, они ответят. Я вот ролики вот полтора ролика посмотрел. Парнишка такой, в кресле таком, ну, блогерском, и наушники такие большие, и чуб молодой такой, да бог его знает. Ну, из российских или. Из российских? Украинский. Ну это Сичин, наверное. Молодой такой. Сичень. Почему название ты его не посмотрел? Я же вам говорю название. Я вам говорю название. Сичень. Название. Я посмотрел его 5 минут. Да? И все. Отвращение моментальное. Не дает слова сказать, перебивает тут же, сам это вот похихикивает там что-то, блогер что ли? Ну, понятно. Ну, у меня есть, наверное, культурные диалоги с укроблогерами. Посмотрите при желании. Ну, хорошо, ладно, буду рад видеть вас на канале, подписывайтесь. Всех благ вам. Спасибо, до свидания.
за себя, он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один Ніж передали в 1922 році в Воронежську область. А в 22-му году Львівська область де була? В Австро-Венгрії. Опа, так это не була ще? Ну і отправляется с первого. Куда? Проспал! Скорый поезд номер 13 Москва-Сухуми отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверить другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68, Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар, отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Харьков русский был. Его сделали украинским ударом и чиновник. Удаляясь. Да. Украина, которая создана. Группа Кривичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам.